Отмена виз для граждан Молдовы при посещении стран Шенген-зоны стала важным этапом на пути европейской интеграции страны и серьезным достижением правительства. Об этом представители территориальной организации ЛДПМ заявили в ходе праздника, организованного ими в селе Садоклия района Басарабяска в честь данного события. Мы решили провести, потому что Либерально-демократическая партия – это ее, можно сказать, достижение в получении безвизового режима в Европу. Этот праздник не только партии ПЛДМН, должны быть тут, во всяком случае, быть все партии, которые в альянсе, и не должны разделяться мы так, потому что это общими усилиями было достигнуто, но, к сожалению, видите, делается, что делается. В других районах делается это в районных центрах, даже в Чемшлии, знаю, что в Гладянах, Кишиневой там делается действительно большой праздник. Но у нас, видите, в Садоклии мы решили и собрались. Как добавил Василий Бачу, праздник посвящен еще одной важной дате – Дню государственного флага, который отмечался 27 апреля. Это наш символ нашей государственности, и мы должны об этом помнить и ценить, и то, что у нас есть, и будем говорить, и гордиться этим. Перед гостями праздника выступили участники художественной самодеятельности из сел района. Жители района, пришедшие на концерт по случаю отмены виз, относятся к этому шагу на пути к евроинтеграции по-разному. Мы рады тому, что наконец-то настал тот день, когда можно поехать в Европу без виз. Также мы ожидаем того, чтобы наша страна стала частью Евросоюза. Есть очень много детей, не только из нашего села, но и со всей Молдовы, которые уже лет 10 как не видели своих родителей. Для нас это особенно важно, так как мы сможем навещать своих родных за границей. И они тоже смогут приехать домой. Это хорошо и для нас, и для всей Молдовы. Виза? Это очень приятно. И спасибо на это. Только что ради Бога, чтобы не было как в Украине. Добрый? Вот это я желаю. Больше ничего. Чтобы было как во благо людей, чтобы так и нам кажется, вот простые люди даже с села думают, что это они делают все равно хорошо для них, а не для людей. Вы лично это на себе как-то почувствуете? Не сильно, нет. Кратко есть пас бун. Думаю, что это хороший шаг для Республики Молдова. Будем надеяться, что это так и будет на самом деле. Ведь многие ожидают более высоких зарплат и рабочие места. Думаю, это самое важное для страны. Мы сможем путешествовать более свободно. У меня есть брат в Румынии, а значит, можно будет поехать и увидеться с ним. Ну, ездить, если были бы деньги. А так как у нас нет денег, как можно ездить? Хотя бы, как говорят, что без как на работу там не сможешь устроиться на 3 месяца, как в Москве. Ну, а сейчас со мной универмент форт импортант. Это очень важное событие для граждан Республики Молдова. Оно означает свободные поездки без виз в Евросоюз. Можно быстрее интегрироваться, узнать лучше культуру и цивилизацию стран Европы. Организаторы мероприятия высказались о том, что плюсы безвизового режима рано или поздно оценят все жители Молдовы. Ну, для граждан Молдовы я считаю, что это очень хорошее достижение, потому что они свободно смогут передвигаться и не ждать определенного времени без виз.
так как до сегодняшнего дня это была проблема. Пока, будем говорить, не все понимают значение этого момента, это исторического, будем говорить, момента, но со временем люди поймут и оценят эти изменения в нашей жизни, будем говорить. Все, что делается, делается к лучшему. Напомним, что с 28 апреля молдаване, обладающие биометрическими паспортами, без оплаты виз могут путешествовать в страны Евросоюза с периодом пребывания в них до 90 дней в течение каждого полугодия. Лица, уличенные в несоблюдении вышеуказанных условий, помимо получения запрета на въезд в страны-члены ЕС, рискуют быть оштрафованы на сумму в 3000 евро.